Это моя любимая книга. Называется «Книга и кодов». Тут очень много авторов. И там есть еще всякие рекорды, и мне это очень книга нравится. Потому что там есть интересные рассказы, рекорды. Потому что мне тут очень нравится, что там еще всякие штуки есть, еще там есть самый большой человек, еще танки, там всякое еще. Потом еще мне это подарил Дед Мороз. И все тут где-то писатели, я считал, что дочитал что-то до 120 авторов. И еще там эти книги есть там в конце, что ты ходишь, и там все написано.